что, попрошу всех музыкантов потихонечку к сцене. Миша, нам воды обещали. Девочки, а можно водички очень, пожалуйста? Хотя бы несколько бутылочек. А как-то у вас плохо видно из-за этих фонарей. Ну ладно, буду догадываться. Ну, вот. Чудесное начало, чудесный вечер. Я очень рада, что этот вечер состоялся, что вы все пришли сюда. Это эксперимент. Концерт называется «Экспромт. Эксперимент». И мы будем подтверждать это в течение вечера. Вот. А на сцене сегодня такой состав, с которым мы играем впервые. И музыканты играли несколько в других жанрах. И это позволило нам привнести нечто новое. Вот для меня, например, песни зазвучали многие, ну, совершенно по-новому, потому что, ну, мы каждый имеем, да, какой-то свой кругозор, свое видение. Я вот думаю, так должно звучать. И у меня в голове это так. А приходит другой человек и говорит, это вот так. И думаешь, нет, а потом думаешь, да, почему нет? А третий говорит, вот так. И получается такая чудесная многомерность. Ну, вот. И это доставляет, конечно, ну, просто это даже не радость, не удовольствие, это какое-то есть, должно быть какое-то более емкое слово такое, вот, чтобы определить все равно то удовольствие, которое получаешь, когда все-таки все складывается. Вот. Сегодня мне помогают, играют замечательные музыканты. Вот, я их сейчас все равно вначале представлю. Вот. На клавишах Иван Григорьев. На барабанах и на... Даже не знаю, как это сказать, это гитара, это не гитара, это... На все, на космос-гитаре будет играть Александр Костарев. Паша Ерохин будет услаждать на слух чудеснейшей флейтой. Миша, так сказать, основа наша ритмическая, и не только, будет играть на всех гитарах, которые стоят около него. Поля будет петь со мной вместе. Полина Подлесная, бэк-вокал. Вот. Ну и я сомневаюсь, что кто-то, ну, может, кто-то не знает, я пою свои только песни. Вот. Ну, вот. Да, в общем, это неплохо. Меня зовут Ольга Серебряная. Я очень от души буду приветствовать любые реплики из зала. Кроме шуток, потому что сегодняшний концерт еще в чем для меня эксперимент. Я не составила плейлист. Есть такая вот такая классная штучка. Где пишут, да, какая песня идет за какой. Вот сегодня у меня не сложился плейлист, но никак. Я вот и так, и вот так, и вот так. И он говорит, нет, я хочу... течь так. Поэтому вот первую песню знаем, а остальные песни знаем только какие будут. А вот как они расположатся, один Господь ведает, надеюсь, что он нас проведет так, как надо, и все будет очень хорошо. Ну что ж, листопад. Полетели листья,
Такое всегда мне нравилось шаманство. Я как-то слышала, ну вот не лично, а в передаче в телевизоре когда-то давно еще, как шаман вот начинал свое действие, и вот звуки, ну так, там были звуки бубна, и он начинал петь монотонную такую повторяющуюся мелодию. И в какой-то момент вот просто попадаешь под это влияние, и вот начинаешь жить в каком-то другом пространстве. Вот мы сейчас тоже попробуем уйти в другое пространство. Знаешь, я река, знаешь, я река, в поле.
Подарили штуку, она мне так греет и помогает. Это что-то удивительное, надо же. Мне не хватало дополнений, я сегодня перемерила кучу чего-то на шею, думаю, надо же что-то вот повесить, как-то голо. Да, я позвоню, хорошо, на следующий концерт. Надо только платье будет новое. Ну хотя я закупилась платьями, мне столько, я это... Запостила, что я купила, у меня маникюр, платье и самокат на день рождения, у меня счастье. И теперь все женщины, практически с которыми я встречаюсь, а где платье, а какие платья? Ну вот одно. Ну самокат как-то никто не спрашивает, да. Как-то. Хотя, между прочим, он крутой. Трюковый? Нет, он с надувными колесами, с ручным тормозом и... Моторчик. Нет, моторчик я сама. У нее широкая платформа, я могу детей на него ставить, это важно. Вот, ну что же, мы обсудили наряды. Мы играем, мы играем превращение. Да, вот, да, у нас все получаются такие мультиинструменталисты, никто не играет фактически на одном инструменте, все обязательно их меняют. Да, непостоянно. Так жизнь, она переменчива, и в этом прелесть, вот, что каждый так вот раз, и что-то новое. Вот. И Саша вынужден переходить из барабанов к гитаре, и поэтому вот мы будем... Ну, агрегатное состояние, надеюсь, что у тебя все-таки останется такое же, как было. Вот. Что я могу сказать... Очень странно. Вообще песни для меня такие вещи странные, события странные, даже не вещи. Они приходят сами. Я не сижу, не ломаю мозг, не подбираю слова. Вот в этом, ну, наверное, какая-то прелесть, безусловно. Они как-то стучатся, и вот надо бежать скорее в этот момент к бумажке, вот, и спешно записывать. Вот, потому что, например, первая песня была написана с такой скоростью, что я даже не то, что ее записывала, я просто сидела и играла на гитаре. И она как началась, и я ее вот так вот всю экспромтом и спела. И хорошо, что, так сказать, собеседники почему-то взяли и записали слова, спасибо им большое. Вот, я ее сейчас не буду сегодня петь просто, но дело не в этом, а в том, что вот они все так как-то приходят неожиданно. И очень часто бывает так, что я... Через достаточно долгое количество времени начинает понимать, о чем эта песня. Вот, и, в общем, и многие как-то они такие, как такие задел на будущее какой-то. Иногда для меня жизненный такой даже, я понимаю, что вот многие песни отвечают даже мне на какие-то мои вопросы, которые я вот пытаюсь задавать себе, пространству, да, там о жизни и прочих вещах.
Вот, так что вот они такие существа, с которыми мы вот живем, дружим. Я рада, что они приходят ко мне, такие зверюшки. И, но они и капризничают тоже по-своему. Вот, и мы с этим еще дальше столкнемся. Вот. Ой, он исчез. Очень много у нас на сцене всевозможных агрегатов. В принципе, они делают потрясающие вещи. Вот. Тоже как капризничают, видимо, как песня. Космос пока Ваня делает, так что... О! Вот испугался. Видели? Вот он не включался, только я ему сказала, что он не будет играть. Я не про Сашу, я про гитару. Сразу все включилось. Это фантастика просто. Ну что ж, превращение. Thank you.
когда с тобой вдвоем. Дорога ото сна уводит в облака, и мы по ней пройдем. И вот незримый океан дарует нам земной обман, как странный знак, зовущий к на мир ушел. Музыкантам тяжелее, потому что они ищут свои ноты и себя. Кто что ищет, короче, у кого что. Смысл жизни тоже можно, кстати, поискать. Но вот я замечала, что у меня, например, не знаю, как у кого дома, а у меня все дома смысл жизни ищут в холодильнике. То есть это уже проверено. А что такого? Еда – это наше все просто. Да, вот со мной согласны даже музыканты. Thank you.
практически, чтобы напоминать музыкантам, где они что играют, чтобы не забыть. Но самый прикол состоял в том, что я напрочь забыла, что я здесь играю на этой штуке. Ну, вот это экспромт. Ну, на самом деле, то, что я забыла, это здорово. Ну, в том смысле, что как чего музыканты играют, и я хочу даже слушать вот. О, алло. Или включить их на запись, вот. Включите телефоны на запись. Так, ну что? А вот песня такая: странствия, путешествия, караваны. Саше придется путешествовать в другой конец сцены караваном, состоящим из одного него. Ну, мы очень надеемся, что ты, так сказать, вот зрительный зал намного больше сцены. А мы еще репетировали до этого на такой большой сцене, такой широкой, и мы там расставлялись, и так хорошо. И когда мы стали здесь укомпактниваться, да, вот. Но нам это удалось, это очень-очень...
пространстве теряясь навсегда. Сюрприз для всех, для нас и даже для музыкантов, потому что я сейчас позову на эту сцену замечательную Таню Пучко и не менее замечательную Юлю Буганкову. Вот, они споют нам немного, потому что это замечательно то, что они делают. Чуть-чуть. Вот, ну вообще... Вот, Таня — это настоящий живой большой поэт, живущий в наше время. Как пройти? Ну, как-нибудь так. Как-нибудь так. Тань, можешь вот здесь вот, вот здесь нормально, я вот тут входила. Сейчас я. А нет, что все равно бас-то нет. Лёва, мы тебе даже бас нашли. Выходи. Он пришел послушать концерт, но мы ему просто так не дадим послушать концерт. Я буду тоже немножко сидеть и наслаждаться. Татьяна Пучко. Все оставайтесь. Тихонечко только. Барабаны не бейте ничем, кроме щеточек. А? Вести, да? Юля, попробуй, пожалуйста. Спасибо. Давайте начнем. Быстрее начнем, скорее закончим. Любимые Олины две песни. Редкий.
осень огненным потоком к земле нас бросит небо силой. О, Боже правый, как жестоко, Боже правый, как жестоко, Боже правый, как красиво. Вчерашние снова меняю сегодняшним нашим. Я, подбирая мелодию, знаю, давно сочинили ее до меня. Но видишь, сама нет никого, кроме нас здесь и сейчас. Которые найдены мной, ничего нет особенно нового. Но ведь мы занимаемся музыкой, это, пожалуй, серьезнее любови земной. И улетаю ввысь, я оставляю вас. Надо пытаться брать больше, чем нам суждено донести. Я полагаю, что ты расположишь все ноты, как будет угодно тебе. Кто-то пойдет на голос, кто-то услышит джаз здесь и сейчас.
Спасибо. Спасибо, Оля. Еще раз, праздником тебя, как нас. Лучший наш подарочек, это мой, да? Да, да. Это вот подарочек. Я сама себе сделала и надеюсь, что вам. Потому что я очень люблю Таню. Это неправда, что это только эти мои любимые песни, потому что если бы пришлось делать концерт из остальных моих любимых Таниных песен, то пришлось бы делать отдельно концерт. Сделаем. Сделаем, вот я ловлю за... И я очень рада, что Саша словил мою мечту. Я очень хотела, чтобы Таня этот блюз сыграла с барабанами. Потому что это вот то, что надо, да? Это же вкусно! Ну а мы... я пока сидела и слушала. Хотела одно, но сейчас хочу чего-то другого. Очень по-женски, правда? Это нормально. Нормально, да? Конечно. Ага. А вот интересно, а чего бы хотели вы? Ну, я знаю, что вы песен моих не знаете наизусть. Но вот так вот. Быстрая, медленная, задумчивая, серьезная. Там... Весна по блюзику. Весна по блюзику. А у меня... Окей. Я могу сыграть блюзик, но несколько зимний. Он имеет название «Ледяная нирвана». Но слово «нирвана» точно к весне относится, правильно? Ну что ж, вот. Вы помогаете мне строить этот концерт. Соляк, у нас... Ты же прекрасно играешь на флейте. Нет, я не против Лёвы, мы можем его вообще взять в команду. Прямо сейчас, здесь и сейчас. Но мы сейчас все-таки эксперимент будем доводить до определенных пределов. Я боюсь, просто как бы дальше не пошел у нас разнос. Не пойдет. Разнос не нужно. Ну что ж, тогда «Ледяная нирвана». Потеряла совсем.
вот еще у нас такой эксперимент получился интересный с этим концертом. У меня несколько лет назад появились такие две мелодии, которые, ну, ни в какую не желали писаться на русском языке. Они сказали, что мы хотим только на английском. Да, ничего себе заявка. Я тоже так подумала, это вообще что? Это вообще как? Я не могу сказать, что я знаю язык прям так, чтобы стихи написать. Вот. Но все равно мелодии классные были. Мне было жалко их как-то вот задвигать и думать, что ну ладно, не удалось там, да, бывает же. Написал что-то так, думаешь, ну что-то это как-то, бог с ним, не надо. Вот. А тут мне прям вот жалко, мне так хотелось, чтобы они звучали еще где-то там. И вот они лежали, да, сначала в РО, вот, и они лежали, потом все-таки я как-то вот заколыхалась так, думаю, да что ж такое, это пропадает же добро. И стала искать, да, кто же мне поможет-то, вот, ну, нашли же энтузиасты быть, вот. Больше всего меня удивило, что некоторые люди, к которым я обращалась, которые преподают этот язык, они говорят, нет, ну что ты, мы не можем, это как бы очень ответственное задание и очень сложное. Я думаю, господи, я откуда лезу? Но деваться-то было некуда. И слава богу, что у меня много детей. И слава богу, что они имеют тоже некий авантюрный дух. И с моей старшей дочерью Софьей. Я тебя здесь не вижу, но где-то она тут есть. Вот, где-то там, да. Вот, и большое ей огромное спасибо за то, что она взялась за эту непосильную задачу вот со мной. И такие мы оформили, сделали две песни на английском языке. Вот, сегодня просто премьера этих двух песен. Вот. Первая называется «Over and Over». Tonight we will
лежали в столе. Да, а вот как-то они ходят парой. Да, Сашечка, прости, мы тебя будем гонять сегодня. Почему? Он начнет, начни, конечно, а потом Саша включится. Ну... Ну ладно. Называется следующая песня Take Me There. Хотелось погрустить, и мы споем обманутую песню. А ты опять на барабаны? Ну, Саш, прости, не могу подстроиться, чтобы ты сидел на одном месте. Не получается. Не получается. Ну, грусть — это же неплохо.
потом... Ну, я думаю, все уже заметили, да, что все песни, наверное, они как-то написаны, ну, хоть они и приходят, они, видимо, созвучны каким-то моим вибрациям на тот момент написания. Вот, и эта песня не исключение. Вот. Но, в принципе, я думаю, такие моменты у всех бывают. Но мне нравится, когда они оформляются так красиво. Потому что вот мне очень нравится, уж больно красивая мелодия получилась. Thank you.
Спасибо. Я слушала красивый проигрыш и вспоминала, вот есть детская книжка про Поллианну, может, кто знает, и там есть игра «Радоваться всему, чего тут происходит». И я вот слушаю, и у меня попутно вдруг мысль возникла, чему же тут радоваться-то? А поняла, радоваться надо тому, что это состояние прошло, и проходит, и проходит, и уходит. А песня красивая, а остается. О! Да. А сейчас будет песня кельтская. Саша, не надо тебе пересаживаться. Она... Вот это один из капризов песен, да? Песня, которая, в общем-то, родилась после путешествия по Крыму. И всем, кто там будет, там все обязательно в этих зависочках что-нибудь да узнают, потому что это все со всеми в Крыму случается. Вот. Но она, когда написалась, она сказала, я кельтская. Ну почему? Ну думаю, ладно. Ну что-то там, может быть, в музыке такое есть. Вот. А потом мне еще кто-то рассказывал недавно, что очень похоже по музыке. Музыка кельтская и грузинская. Вот у них тоже такая квинта, и вот они многоколось, и они так вот так здорово поют. Я подумала, ну, если кельты дошли до Грузии, может быть, то, может быть, они завернули по дороге в Крым и оставили там тоже какое-то музыкальное наследие, которое считали мы. Ну что? А, да. Это как слово не воробей. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Шоферский. Написанный в пробке. Что еще делать в московских пробках? Песни писать. Вот. И минут 40, пока я там стояла. Стиснутая. Что? А? Там у них свои там разговоры.
вступайте вместе. Прямо с твоей темы начинаем. Там-дарам-дарам-бам-бам. Он хочет 4 такта. Дай ему 4 такта. Песню. У меня же была идея-то, чтобы вы со мной бибикали-то. Да, ну, если будет настроение, мы можем повторить, да, если будет желание побибикать. Просто обидно такой... Обидно, да. Упустила такую возможность. Боль, да. А, ну, послушай, послушай. Скажешь потом нам, как тебе? Магнитофон скажет. Очень странная песня, вот Миша говорит. Ну, да. Ну. Но мне нравится. Хотя, может быть, тоже такая немножко тематика такая. Yeah.
Вот такой тоже эксперимент. Так, что у нас осталось?
Ой, у нас осталась красота такая осталась еще. По ком звонит колокол? Моя попытка приобщиться к великому через название хотя бы. Шутка, конечно. Просто, опять же, та же песня сама попросила так назваться. Поэтому следующая песня будет «Сказка».
Так, я могу уже начинать свое соло. Я вообще музыканта спросила, но мне приятно, что вы тоже не против. Thank you.
Цвета льна сейчас будет. Последнее небо моря. Что? Почему наоборот? Так почему же? Да? Ну хорошо, почему-то говорят наоборот. Но я буду сегодня слушаться. А, ну, Сашенский-то. Ладно, небо моря тогда. Это яхтам нашим посвящается фактически. Вот я старый морябан. Правда, с большим перерывом. И пересевший с речных яхт на морские, вот, это оказалось так потрясающе. Почему тяжело, потяжелее? Ну, а, не пожалела, но он мне послышался потяжелее. Думаю, как же так? Вот. Ну, вот такая песня «Небо, море». Море,
Песня «Луна цвета льна». Поздравления! Поздравляем! Спасибо! Нет, у Поли есть. Дело в том, что это единственная песня, которую я уже 3 года не могу выучить. Вот, я уже совершенствуюсь, я знаю второй и третий куплет. Но первый, вот, мне надо подглядывать. Да, как-то так. Ooh.
Спасибо. Не можем сдержаться. С ведрышком, в смысле. Сейчас с ведрышком мы знакомимся будем. Коллеги, друзья, плагиат у себя. Можно приложиться? Подзвучил ведь хитрый. Я единственное, что могу сказать, все-таки свою самую козырную песню мы не спели. Спеть? Окей. Нет, не будьте крылатые качели. А сюда же можно, да, положить? А песня супер шаманская и вообще называется «Дорога вдаль ведет». Thank you.
вашим бибиканьем спеть? Хотите? Ура! Да? Да. Ну, давайте. Я не против. Репетировать надо. Ну вот мы сейчас и порепетируем. А, залом? А, да, ну я не знаю, ну да, только песня, столько запомните. Там, о-о-о, бип-бип, вот. Это в припевах. И вот, да, давайте вместе попробуем, может быть. Просто, чтобы как у вас получится-то. Эй, на крайнем диванчике, а бибикать кто будет? Нет, ну вы посмотрите. И там о чем-то интересно. Ну ладно. Это у тебя же полицейский. Ну давайте. Значит, воу-воу, пип-пип, воу-воу, пип-пип, воу-воу, пип-пип, воу-воу. Отлично, мне кажется, они готовы. Только надо с чувством, да, бегать по-настоящему, чтобы нам уступили дорогу. Пошло.
Вообще прекрасно все. Иван Григорьев. Бас, всякие красивости, подклады и все прочее. Александр Костарев. Это же метр, это же, ой. Барабаны и гитары, и все, вообще все. Как тебя зовут-то, как тебя? Павел Ерохин, флейта, кларнет и все на свете. Ну, вот серебряная музыка. Сейчас. Поля, господи, прости. Ты, она, мне кажется, она всегда рядом, и я все время... Полина Подлесная. Еще вот Александр Астахов делал нам такой, и вам, безусловно, замечательный звук. Это просто... Кто хоть кто-то знает, как это ценно и дорого стоит. Да и на концерте. Вот. Ну что ж, на этом мы закончим творческую часть и продолжим, так сказать, там. Реплику. У сцены. Реплику. А Мурку я не умею. Ты знаешь, но они устали. Я очень рада вас всех здесь видеть. Я очень надеюсь, что все это прошло хорошо.